Привет, вы на канале Влад Фито. Сегодня я буду показывать свои финты. Давайте, ребят, начинать с первого финта. Первый финт. Как устоять на мече. Ребят, давайте. Ребята, второй финт. Давайте просто проведем, как я веду мяч. Пока не сложные финты. И будет уже третий финт. Третий финт. Вот, ребят, давайте третий сделаем с набиванием. Смотрите, вот такой. И четвертый финт. Давайте сейчас мы сыграем головой. Головой финт не получился. Сейчас будет вторая попытка. Вторая попытка не получилась. Третья попытка. Ладно, давайте, ребят, в конце этот финт сделаем. Ну, пятый финт. Так, ребят, пятый финт будет радуга. Попробуем сделать радугу с первого раза. Не получилось. Ребят, у меня получилось со второго раза. Ребята, теперь шестой финт на голове. Вот такой. Два раза и в другую сторону так же. И давай, папа. Седьмой финт. Седьмой будет финт, как мы добиваем на коленке мяч. Так, нет. Давайте, ребят, повторим. Раз, чтобы у меня получилось левой коленкой два раза. Давайте сейчас. Раз, две. С этой стороны сейчас попробуем. Раз, два. Ну, мы и другими коленками набиваем, так чтобы сидеть. Теперь финт под ногой. И будет девятый финт, как мы будем сначала так, потом так. И так. Давайте попробуем второй раз. Получилось, давайте еще один раз, и будет уже девятое. Будет уже десятое, давайте еще второй раз. Так, вот так. Все, ребят, давайте десятое упражнение. Десятое упражнение. Давайте сделаем с коленки на головы. Два раза так должно набиться. Теперь в другую сторону. Все, ребята. Ребята, всем пока. Вы были на канале Влад Финто. До новых встреч!